Здравствуйте, глубоко уважаемые любители плавального спорта. Смотрите, как мы красиво летаем вдоль волновой линзы. И вот вдоль такой линзы всегда хочется пошалить. Мы решили пару петелек скрутить. Смотрите. Оп! Пара-па-пара-па-па-пара-па-па-пара-пам. Пара-па-пара-па-па-пара-па-ра-па-ра-пам. Красота! Но здесь может быть немножко фронтальный. Сейчас пробуем. Эх! Ох! Красота! Парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам. А там внизу мечется планер бедный. Никак не может в волну попасть. А мы тут, извиняюсь, вот такой фигней занимаемся. Ну что, попробуем через облако вот так вот. Поменьше делать. Так, еще разочек. Разгоняемся. Оп! Поехали! Иху! Так, ну и теперь вот с такого ракурса попробуем. Ю-ху! Оп, как раз волна. Чуть разгонимся. Оп, и поехали. Ю-ху! Вау! Ю-ху! Эх, красота! И теперь, смотрите, пробуем фирменную штучку. Называется влет в облак, в облако и вылет из него. Горизонт работает, работает. Вот смотрите, там гала зажигается на облаке. Мы сейчас эту галу протараним. Оп! Вау! Ю-ху! Класс! Хе-хе-хей! Да, это просто праздник какой-то. Просто какой-то праздник. Еще разочек, и на этом будем завязывать. Эх, вон бедный планерочек. Бедолага, никак в волну не выберется, вратарь отрубится. А мы тут не знаем, куда... Да, издеваемся, не знаем, куда высоту потратить. Не будем в облако влетать, сделаем еще одну петлю, и на этом хватит. Поехали, готово? Опа! Бара-барава, бара-ба-ба, та-та-та-та-та-та. Да-д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 а. Наша гала. Оп! Да-д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 а
фоне этого всего изобразия крайний виточек. Ю-ху! Праздник. Следующая ниточка. Все. Надо лететь домой. Уже ночь. Все замерзли. Вот какая, как выглядела волновая линза. Вот она плотная, красивая, замечательная. Под ней мечутся планера, хотят в нее попасть. Вот, а мы не могли с нее упасть. Вообще погода, конечно, бомба. Мы сегодня в волне слетали до Монблана и вернулись назад. Вот, и вот сейчас сколько времени на часах? Оп,
19:36. Вот такое время. Возвращаемся домой. Сейчас уже и солнце сядет. Ну, будем заходить на посадочку. Сейчас вот эту линзочку посмотрю. Крайнюю. Это следующая линзочка. Ну, скорее всего, волна есть. Не такая сильная, как от той, которую мы сзади оставили. Хотя послабее. Та, которую сзади оставили, вот под нами хребет, он как раз западный ветер генерирует эту волну. Прям праздник. Вот крайний день лета летательный, потому что сегодня 27-е, но в ближайшие дни там дожди с осадками, кирпичи с неба, ничего хорошего. Ну вот мы опускаемся под, уже под слой, где уже ничего, кроме турбулентности, мы не отгребем. Оп. Все. Тарам-тарам-тарам. А вот, волна есть, нет. Оп. Есть, пожалуйста. Можно дальше летать. Все. Калибар. Паш, бери управление. Лети себе домой.